Друзі, відбувся успішний удар по військовому полігону Російської Федерації в окупованому Трудівському Донецької області біля Волновахи. 65 російських військових загинули під час удару по військовому полігону Російської Федерації. Про це обговоримо з Романом Світаном. Роман Григорович, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Роман Григорович, ось є інформація від російських телеграм-каналів, є світлини про те, що ми вдарили по російському військовому полігону на тимчасово окупованій території. 60 російських військових загинули. Як ви оцінюєте роботу «Хаймерс», ну, і наших сил оборони? Ось є відео, без звуку покажу. На Донбасі, на окупованому Донбасі, где-то до сотні є полігонів, больших, малих, де проходять обучення і проходили в своє время мобилизованные донецкие, и сейчас туда перебрасываются контрактники, которые заходят в России через рекрутинговые центры, заходят, подписывают контракты и попадают на полигоны. И вот как раз эти полигоны, и в том числе в районе Волновахи, там несколько полигонов есть. Сейчас больше где-то 40 тысяч россиян сосредоточено на Угледарском направлении, где-то от Волновахи, даже можно так, от Еленовки до Мариуполя, в основном вот центр Волновахи, потому, естественно, за ними есть контроль наших средств и дальней разведки, естественно, партизан и воздушной разведки, потому как только россияне больше трех где-то собираются, принимается решение на работу уже дальними средствами поражения. Они пытаются где-то за дальностью в 15-20 километров проводить маневры. Это за дальностью действия армейской артиллерии. А вот с 20 и дальше они довольно-таки иногда часто кучкуются, если можно так сказать, вот в такие роты. Роты выводятся на какие-то построения. Как только есть возможность, есть подтверждение, подтверждение-то есть кому дать. Партизан у нас там хватает. Ну, естественно, глаза наши висят в воздухе постоянно. Беспилотники, которые сейчас уже появились у нас, и принимается решение на работу «Хаймерса». Вот, можно сказать, рота, которая выводилась на построение, была уничтожена, то есть в районе 60 человек от минусов, вернее, россиян отминусовано, и, естественно, там есть часть раненых, тяжело раненых. Роман Григорович, зараз відбулося кілька подій. По-перше, російські окупанти, пропагандист Андрій Морозов застрелився. Він заявив, що в штурмах Авдіївки росіяни втратили загиблими біля 16 тисяч солдатів. Натомість Шойгу зробив заяву, що Авдіївка взята з малими втратами. Ну і Шойгу зробив заяву про те, що кринки зачищені. Давайте послухаємо цю заяву, а потім вже про те, що в наші спростовується все. Докладі генерал-полковника Теплінського я підтверджую його доклад. Це дійсно так. Кринки зачищені. Мы встали фактически по всему побережью реки Кринки и Конки. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники. Це заява міністра оборони. Сили оборони спростовують цю інформацію. Інформація про зачищення плацдарму на лівому березі Дніпра не відповідає дійсності. Ну і от я би хотів, щоб ми з вами обговорили цю заяву Шойгу і про втрати. І чи дійсно, от ви вважаєте, за вашими даними, 16 тисяч росіян загинули, щоб взяти Авдіївку? Чи, можливо, це навіть заменшена цифра? На левом берегу Дніпра, в районі Кринок, є мої сослуживці, які чуть моложе мене служать, тому у меня есть с ними связь, стояли, стоят и стоять будут. То есть это у Шойгу какая-то информация, непонятно для чего он ее генерирует. Ну, скорее всего, для информационного потока, чтобы как-то добавить плюсов или перекрыть те потери, которые они понесли в районе тех же Крынок и в районе Авдіївки, и последние самолетопады. Им надо как-то перекрывать, потому генерируют положительные моменты. Там на левом берегу у нас действительно активная оборона, так называемая, то есть идет движение, передвижение сил, средств, постоянное движение, потому россияне нас, в принципе, и нащупать-то толком не могут, потому что любой их выход разбивается и батареями на правом берегу, и непосредственным боевым контактом. А по потери в районе Авдіївки действительно сумасшедшие у россиян, если считать за последние 4 месяца, там действительно больше 10 тысяч российских террористов
сложили свои головы. Там уже 16, 17, 15, это уже точно не посчитаешь. Но из той подтвержденной информации, которая есть, и которая передают даже те же российские некоторые внутренние средства, там больше 10 тысяч погибших. Ну, тобто, фактично, ця цифра, бачите, російські воєнкори стріляються через те, що вони кажуть про цифру 16 тисяч, російське суспільство не може відреагувати, як наслідок російський воєнкор застрелився через те, що він сказав правдиву інформацію, ну, про ці 16 тисяч людей, окупантів. А так, так і є, може бути, і не сам застрелився, може бути, це ж питання КГБшні. Внутри России они иногда убирают, вот и Навальный сам умер, ну и так далее и тому подобное. Потому это сам застрелился для россиян, это такой вопрос, под вопросом, как там эта стрельба происходила. Роман Григорович, Максим Жорін, от зараз ми про це зараз обговоримо. Основний напрямок для росіян на сьогодні – це Ласточкине. Жорін повідомив, що у ворога на Авдіївському напрямку все ще, попри шалені втрати, достатньо сили, засобів для просування далі. І вони будуть це робити. Як от ви оцінюєте сьогодні потенціал насправді на цьому напрямку на Авдіївському? Чи дійсно варто чекати від окупантів просування на от Ласточкине і не тільки? Ну, дело в том, что никуда ж он не делся. Да, потери там у них сумасшедшие, но их было в районе 30-40 тысяч террористов на этом направлении, если считать, допустим, до глубины где-то Харциска. А потому они сейчас переформатируются, да, есть определенное провисание по боевым действиям, но опять оно связано в основном с переформатированием войск российских. Они сейчас определят новую линию фронта, связано опять же с теми же самолетопадом, который мы создали для россиян, значит, компонента воздушная у них отпала, а это уже другой тип ведения боевых действий. И вот пока они не нащупают эти механизмы, чуть провисание, но однозначно они будут пытаться выдавить наши войска за пределы этого рубежа перехвата, который у нас сейчас создается, создан был, а сейчас еще досоздается по некоторым позициям в районе Ласточкина, Орловки. То есть они будут пытаться выдавить нас где-то до второй линии обороны, той, которая еще с 15 года отстроена, в район Карловки-Очеретина. Это гряда. Разница в высотах там где-то 50 метров, и эту гряду наши войска используют как серьезную линию обороны. Вот они попытаются до нее додавить наши войска. Ну, у нас будет все зависеть от количества боеприпасов. Если подойдут новые свежие партии, то мы удержим тот рубеж, на котором сейчас находимся. Если нет, то придется отходить как раз на вторую линию в район Карловки и Очеретина. Роман Григорович, CNN зробив заяву голова МЗС Кулеба, Україна не втратила б Авдіївку, якби вчасно отримала боєприпаси. За словами глави МЗС України, українцям на фронті змушені жертвувати своїм життям, бо хтось ще обговорює рішення. Це цитата. Вам слово. Так і є. Основна причина того, що було прийнято рішення об відході з Авдіївки, це недостатнє кількість боєприпасів. Чому? Особливо артилерійських. Некоторые позиции были у нас боеприпасов, допустим, было иногда и избыток по некоторым позициям, то есть те боеприпасы, которые не использовались, а вот те, которые нужны были, то есть артиллерийский огонь в достаточном количестве, потому что подходы, подступы к Авдеевке прикрывались в основном артиллерийскими батареями. Артиллерийская такая завеса снарядная, и если у вас недостаток боеприпасов, вы ее не можете создать, а значит враг может обойти, подойти, надавить, ну и так далее и тому подобное, плюс авиационная компонента российская. Потому непосредственная причина конкретно о принятии решения об отходе из Авдеевки и о потере наступательного, стратегического наступательного плацдарма Авдеевка был не только оборонительный, это наступательный плацдарм, как Орехово Работина сейчас у нас, такой же самый плацдарм. То есть вот мы потеряли из-за недостатка боеприпасов, потеряли этот плацдарм, вряд ли мы его будем возвращать, оно же технически сложно это сделать, очень большие потери, но и, скорее всего, это будет уже на следующий год вообще в общей задаче освобождения Донбасса, скорее всего, через Луганск, то есть это будет отрезание Донбасса по линии Луганск, по Миусу до Таганрога.
Но на Авдіївку мы уже вряд ли вернемся, как на стратегический плацдарм. Это нецелесообразно с точки зрения логики и действий определенных. И потому можно сказать, что вот такая невозможность поставки боеприпасов, но Кулеба чуть, мягко скажем, кривит душой, потому что не только наши партнеры. Это вопрос к нашему Министерству обороны. Это конкретно его задача, Министерство обороны, снабдить в достаточном количестве боеприпасов те части, которые в данный момент максимально в них нуждаются. Ну а потом уже это наши партнеры и так далее и тому подобное. Роман Григорович, вчора заголовок головної статті на сайті CNN, тобто це перша сторінка CNN, дорога на Авдіївку покрита тілами українців, наших воїнів. Це заголовок головної статті на сайті CNN. Журналісти в матеріалі процитували військового Віктора Беляка, який розповів про те, як 110-та бригада відходила з втратами з «Зеніту». Також у статті написали про те, що вони потрапили в пастку, їх кинули вмирати, поранених українських солдатів в Авдіївці, які обмінювалися відчайдушними посиланнями після падіння міста. Зокрема, про те, що командири наказали залишити поранених та спалити все, як писав Біляк. Про це вже говорить тиждень. Роман Григорович, як ви оцінюєте цю інформацію? Ну, отход однозначно был организован, ну, не на высшем уровне, мягко так скажем. Почему? Потому что любой отход, управляемый отход, это примерно операция, как и наступление, иногда сложнее. И здесь задействованы все силы, средства планирования. А так как была смена команды, причем всей команды Генштаба, значит, некоторая потеря управления, которая восстановится через несколько месяцев, пока вся эта команда вникнет в выполнение боевых задач, и потому смена команды привела к неграмотному, с одной стороны, или, ну, если говорить уже чисто военным языком, это не полному планированию, не полному управлению. Вот эта вот потеря управляемости, это очень страшно для войск. Она иногда приводит к большому горю. Вот, скорее всего, такая потеря управляемости и привела к некоторым моментам, о которых мы сейчас с вами говорим. Роман Григорович, генерал Буданов знову дав інтерв'ю The Wall Street Journal, в якому він наголосив, що на сьогоднішній момент в Росії немає сил для досягнення мети із захопленням Донецької та Луганської областей. За словами голови ГУР, наразі Збройні сили України поступаються ворогові в чисельності та озброєнні, і вони перебувають у важкому становищі. Але він зазначив, що в армії Росії є теж проблеми, солдати слабо навчені, витрачають більше снарядів і танків, ніж виробляють, крім того, у них брак ракет. Як ви це оцінюєте? Вот потому россияне сейчас, основная задача заморозить боевые действия любыми средствами. Потому что у него идет так называемый отрицательный баланс. Еще по личному составу он нулевой, то есть примерно, ну, грубо, тысячу, у россиян 1120 городов. В каждом городе, если рекрутинговый центр по одному россиянину призовет в армию, это 1120 россиян, примерно так и происходит. Каждый день, и каждый день отминусовывается примерно такое количество. То есть здесь нулевой баланс. Пока по личному составу нулевой, а по всем остальным видам военного имущества он отрицательный. Они производят меньше, чем используют. И боеприпасов они производят в районе 5000, используют до 10, добирают там северокорейские, китайские, иранские. У них уже минус, они работают с колес. В ближайшие где-то год, как минимум, они выйдут на работу с колес и по технике. То есть тогда, когда они уже не смогут восстанавливать взятые с мест хранения технику, ставить в строй и создавать определенный баланс, хотя бы даже нулевой. То есть у них отрицательный баланс по технике. Потому для Путина очень важно заморозить боевые действия, для того, чтобы накопить достаточное количество и дальше уже двигаться через определенный период. Потому нам нельзя ни в коем случае не идти ни на какие уговоры, переговоры, договоры и так далее и тому подобное, и ослаблять давление. Уничтожать то количество боеприпасов, которое сейчас у нас есть для дальних средств поражения, допустим, те же беспилотники, те же «Хаймерсы», как-никак, и все равно подходит, и мы работаем, дает нам возможность держать этот отрицательный баланс до выхода на нулевые складские остатки
и на работу с колес уже и по технике в том числе. Буданов как раз об этом и говорит. То есть у россиян довольно-таки серьезные проблемы, если разложить их в ближайшей перспективе где-то на год. Роман Григорович, чи є сьогодні загроза сильна на запорізькому напрямку? Особливо багато глядачів пише, переживають за Запоріжжя. Чи є загроза для Запоріжжя, перш за все? Ну, Запорожжю точно нічого не угрожає. Діло в тому, що росіяни що зараз зроблять? Той потенціал наступательний, який у них залишився, вони розмазали по всій лінії фронту і прикладують його к вирівнюванню фронту. Для чого це робиться? Для того, щоб на вирівненому фронті, уменьшеній дальності, так називаємо по лінії фронту, створити вже більш-менш толкове оборонительне укріплення. Для них дуже важливо зрізати всі вклинення, які є в їх лінію оборони. Это очень показательно. Авдіївка була таким вклиненням. Это стратегический плацдарм для наступательных действий. Они срезали Авдіївку. Сейчас будут пытаться срезать Работинский плацдарм, но только срезать. Там наступательных действий в сторону Запорожья невозможно россиянам проводить, так как слишком большое плечо поставки, логистическое плечо поставки, там больше 500 километров от Ростова. Снабжать наступатель, то есть в наступлении армию невозможно на такой дальности, это просто нереально. Потому максимум все усилия, которые они сейчас предпринимают, вот только на срезание этого работинского вклинения. Ну а мы будем, конечно, сопротивляться. Почему? Потому что нам очень важен этот плацдарм для дальнейшего продвижения в сторону Азовского побережья, на Токмак, на Мелитополь. Еще есть одно такое вклинение, это в районе Белогоровки, Сиверское направление, это чуть северо-восточнее от Бахмута. Вот они будут пытаться также Белогоровское вклинение, там недалеко до Лисичанска, несколько километров до Лисичанска, это же Северодонецк, Кременная, только по правому берегу Днепра. Вот они будут пытаться вот эти две точки в ближайшее время давить. Только на вклинение. Это никакие не стратегические наступательные действия. Сил, средств у россиян нет для выполнения таких действий. Кстати, Буданов тоже об этом говорил. Ну, война – это математика, это все просчитывается, а у разведки есть внутренняя информация, которая, ну, уже если генерал и начальник разведоргана об этом говорит, так оно и есть на самом деле. То есть вот эти операции локальные они будут пытаться проводить, еще где-то месяц-полтора у них есть наступательный потенциал. Роман Григорович, генерал Буданов в цьому ж інтерв'ю Wall Street Journal заявив про те, що якщо Україна вистоїть і отримає оборону в 24-му році, то в 25-му році знову зможе перейти до контрнаступу. Що означає це, що за інформацією голови розвідки Міноборони Буданова, весь 24-й рік Україна буде в активній чи глухій обороні? Вот поддержу генерала, если из его спича убрать слово «якщо». Вот уберите «якщо», и тогда получается, в этом году мы удержим оборону, а в следующем пойдем в контрнаступление, однозначно именно в таком режиме. Нам надо авиация. Без авиации ни о каких контрнаступательных действиях нет смысла говорить. В этом году мы получим часть авиационной компоненты, в следующем, скорее всего, основную часть. И только после получения достаточного количества самолетов, это должна быть хотя бы одна бригада, есть смысл говорить о выполнении наступательных действий, хотя в этом году мы можем продвинуться, то есть двигаться дальше по тем стратегическим направлениям, которые были в прошлом году обозначены. Это Токмакское направление и это, естественно, левый берег Днепра, общее направление на Крым. Все зависит напрямую будет от авиационной компоненты. Сколько самолетов, сколько летного состава, какое вооружение будет придано для выполнения этих задач, плюс подчинение авиации как таковой не ПВОшникам, а создание военно-воздушных сил как вида вооруженных сил. Воссоздание, по крайней мере, тогда возможно применение авиации именно в наступательном амплуа. Роман Григорович, Збройні сили України знищили 7-й літак росіян за тиждень. На цей раз збили Су-34. Як взагалі ви оцінюєте 7 літаків за 7 днів? Блуждаючий Патріот, під цим, так сказати, названням може скриватися блуждаючий СМПТ, блуждаючий С-300,
на САМС или АРСТИ с дальними ракетами. Есть ЕРКИ, так называемые, с большой дальностью, они могут использоваться и на АРСТИ, и на СМТИ. То есть есть механизмы, как отминусовывать самолеты с помощью зенитно-ракетных комплексов. Это уже, можно сказать, рутинная работа наших ПВОшников в режиме ракетной засады, в режиме работы навскидку, поджидать российские самолеты и отминусовывать. Плюс, возможно, так как летный состав у нас уже готов для выполнения некоторых задач перехвата, такого уровня глубокого перехвата, соло летают давно летчики, возможно, заход EF-16 на нашу территорию, работа по российской авиационной технике. То есть не исключаю эту возможность, так как она технически уже может быть. Роман Григорович, Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Так, це не робила ще жодна країна світу. Ця цитата повітряних сил Збройних сил України. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру згідно з вимогами країн НАТО, але літаки і так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше, сказав речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Вам слово. Ну, как минимум несколько у нас оперативных аэродромов и всегда было. То есть американские самолеты, натовские самолеты у нас неплохо садились, выполнялись боевые задачи за последние там 12 лет. И по большому счету наши несколько аэродромов были готовы априори. А в режиме оперативных аэродромов, то, ну, можно сказать, не один десяток аэродромов у нас готов. То есть практически любой аэродром, на котором расположена наша авиация, реактивная авиация, может принимать F-16 в режиме оперативном, ну, то есть оперативного управления. Предполетную, послеполетную, межполетную подготовку, в принципе, механики и техники самолета могут выполнить на любом аэродроме, на котором базируется наша авиация. И в этом смысле Игнат однозначно прав. То есть в таком режиме, конечно, ни одна страна натовская не переходила на F-16. Но в боевых условиях однозначно можно переходить. И не удивлюсь, если некоторые оперативные аэродромы на территории Украины уже используются для посадки, дозаправки вооружения F-16 и выполнения задач именно как в режиме оперативного аэродрома. Аэродрома подскока, если так можно сказать, для понимания. Роман Григорович, в будь-якому випадку, щоб F-16 винищувачі злітали з аеродромів наших країн-союзників, це ситуація нереалістична на сьогоднішній момент. Чому? Діло в тому, що а як вони к нам ще попадуть? Звісно, вони взлітять у наших союзників, перелетять на наші аеродроми і почнуть виконувати бойову задачу. Це ж можна робити хоч кожен день. Взлетать с одного из аэродромов европейских, садиться у нас, дозаправляться, подвешивать вооружение, выполнять боевую задачу, опять садиться, дозаправляться, проходить техподготовку, уходить обратно. То есть, по большому счету, это такой механизм довольно-таки выполнимый, еще раз повторюсь, в техническом плане. Вряд ли его будет кто-то в информационный поток запускать, нет смысла. А вот то, что технически это возможно, почему нет? Роман Григорович, в Естонії затримали 10 імовірних агентів російських спецслужб. Найвищі посадовці Естонії оголосили про затримання 10 агентів імовірно Росії. Їх вважають членами агентурної мережі, що діяла за вказівками російських спецслужб. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ передає цю інформацію. Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на своїй території. Роман Григорович, вам слово. Ну, это то, что мы с вами говорили постоянно. Вот некоторые страны Балтии, да и Молдова прекрасно это понимает, перехватывая российских агентов. Ну, по-другому не может быть. Россия так напала, она уже напала на Евросоюз, на страны НАТО. Это гибридная война, так называемая. С 2004 года российские агенты 10 лет до 2014 заходили на территорию Украины, внедрялись в политическую, исполнительную власть, внедрялись в экономические пространства, в наши силовые органы практически во все.
И это был такой гибридный захват страны, территории. Некоторые даже получили украинское гражданство, россияне, и стали депутатами Верховной Рады. Таких очень много. Это не один, не два, это десятки, сотни, тысячи россиян. А потом с 2014 года началась военная экспансия России. То есть после 10 лет проникновения россияне начались военные действия. Россияне – это и есть гибридная война. Вот сейчас гибридная война, россияне начали против Евросоюза, европейских стран, натовских стран, она уже идет. Противодействие вот такое, как делают наши эстонские товарищи. То есть надо отлавливать этих агентов, перекрывать, то есть заход со стороны России, естественно, обращать внимание, вплоть до депортирования, согласно, естественно, определенных международных норм, но депортировать россиян обратно тех, которые не хотят получать, допустим, проходить определенную систему контроля, получать паспорта евросоюзовские, ну и становиться гражданами Евросоюза. Всех остальных обладателей этого паспорта с двумя этой курицей, с двумя головами, генетическим этим уродцем, надо возвращать обратно, опять же, согласно всех европейских норм. У Европы слишком мягкое миграционное законодательство. Его надо однозначно ужесточать, потому что этими воротами, этими калитками, как угодно их назвать, пользуются российские агенты. Вот эстонцы начали их вылавливать. Но их, поверьте, это капля в море. Их там тысячи, Европа кишит российскими агентами. Потому им там чистить и чистить. По-другому никак, иначе после них потом придет армия. Зеленые человечки, а потом, которые купят танки в эстонских в этих самых военторгах, и начнется военные действия. Потому вот правильно эстонцы делают, страны Балтии уже чувствуют эту проблему. Роман Григорович, от генерал Буданов знову зробив заяву про те, що обстріли, кількість обстрілів і масованість російських трохи зменшилася через те, що Росія поповнює свої запаси фактично, і це пов'язано з певним дефіцитом, але водночас Наталі Гуменюк, керівниця прес-центру командування «Південь», наголошує, що Росія готує масований удар по Україні, окупанти посилили розвідку, сьогодні 21-е, тобто ми очікуємо, що на річницю вторгнення може бути масований ракетний обстріл. Ну, есть определенные периоды в подготовке, вот эта периодичность средних атак где-то раз в неделю. Вот если 23-й отминусовать неделю, то примерно была атака. Следующая средняя будет готовность в районе 23-24-го. И период такой больших атак, подготовки больших атак, массированных, это уровня такой дуплетной, как была на Новый год. Она готовится где-то месяц-полтора, вот примерно чуть больше полутора месяцев на 23-е. Наверное, не на 24-е, а скорее всего к 23-му ближе, так как именно 23 февраля – это такой день российской террористической армии. Они точно будут его отмечать, а им для отмечания нужен фейерверк. А чтобы они там у себя ничего не пожгли, российское командование может этот фейерверк создать в районе, в основном в районе Киева. Почему? Потому что им нужен видеоряд. Там взрывающихся ракет, горящих там зданий, машин, ну и так далее и тому подобное. А поток этот, видеоряд этот, он такой серьезный только над столицей. Потому очень важно как раз в районе 23 числа, плюс-минус день, это же россияне, у них скрепы, когда скрепа там перемкнет, очень сложно сказать. Потому в районе 23-го такой один из опасных, плюс-минус день, опасный такой период, когда россияне могут повторить либо среднюю атаку, либо такую массированную, как Новый год. Хотя, опять же, если скрепы раскрепятся или там хорошо перепьют, просто забудут за этот фейерверк и уже начнут дальше действовать, вроде как ничего и не было. Потому спрогнозировать сейчас очень сложно. Технически это возможно где-то в районе 23 числа. Ну а что, как перемкнет сознание у россиян, сейчас сложно сказать, потому что это практически непрогнозируемый мозг нацийный, нереально его разложить на полочкам. Друзі, прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на мій YouTube-канал «Да щаслива». Ви традиційно, якщо дивитеся нас з Романом Григоровичем тричі на тиждень на телеканалі «Прямий», натисніть на назву, там буде можливість підписатися.
вподобайка, робить так, що відео з Романом Григоровичем дивиться більш ширша аудиторія. Напишіть в коментарях ваш погляд на ситуацію в цілому, чи погоджуєтеся ви з Романом Григоровичем Світаном, як ви вважаєте. От, і звичайно, що ми розуміємо, що дати Путін полюбляє, тож бережімо один одного, наші родини, йдемо в укриття, щойно буде масований обстріл. Друзі, бережіть себе. Слава силам оборони, героям слава. Роман Григорович, дякуємо вам щиро. До зустрічі вже в п'ятницю. До свидания.